Саженцы астралисного клена Royal Red приспособлены для жизни в городских условиях. Они хорошо переносят высокие и низкие температуры, засушливость и чрезмерное увлажнение, засоленную почву и загазованность. Не случайно именно эти крупномеры используются для озеленения аллей и парков. Особенности астралисного клена Royal Red. Цвет листвы темно-пурпурный, а в осенний период – красный. Высота взрослого дерева достигает 15 метров. Цветение начинается в мае, соцветия мелкие и душистые. Астралисный клен Royal Red украсит любую аллею и станет прекрасным дополнением к коллекции декоративно-лиственных деревьев. Клен астралисный Royal Red – это многолетнее растение высотой 1500 сантиметров. В качестве места выращивания клена прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает клен астралисный Royal Red в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме пятилопастный. Весенняя окраска листочков ярко-красная, летом листва темно-красная, осенью листва темно-оранжево-красная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.